Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Газизов Марат. Ежедневные обзоры финансовых рынков, торговля без индикаторов. Ну вот наступила последняя неделя, в котором ожидается выход одной из главных новостей. В текущем моменте это заседание Федеральной резервной системы 17 числа в четверг в 21.00 будет опубликовано это решение. В связи с этим я на главной странице ВКонтакте, на официальной странице Альпари, уже написал по поводу данных событий свое, скажем так, главный свой генеральный план. То есть до четверга резко сокращаем объем открытых позиций, плюс резко сокращаю количество сделок до выхода новостей. Ну а после того, как будет опубликовано решение по ставкам, после 9 часов вечера планирую начать агрессивную торговлю. Почему? Потому что будет уже понятно, или по крайней мере даны ориентиры для дальнейшего движения цены как минимум до декабря месяца. Есть много разговоров по поводу того, что будет на этом заседании, ставку повысят, не повысят. Есть огромное количество ждущих, что ставку повысят, тем более, что Джанет Йеллен нам уже больше 2 лет обещает повышение этих ставок. И к тому же есть объективные причины, на которые ссылаются определенные инвесторы, которые говорят о том, что ставку повышать нет возможности из-за текущей экономической ситуации. Несмотря на те радужные экономические показатели, которые публикуются в отчетах Федеральной резервной системы и правительства США. Но это все догадки. Давайте так, в четверг будет видно. Как говорится, война покажет. Маневр, да, или как там поговорка есть. То есть дождемся, что произойдет, подождем, оценим ситуацию, пусть рынок адсорбирует это событие, а потом мы уже в дальнейшем воспользуемся данным движением, тем более, что возможности для этого будут большие. Ну а теперь давайте перейдем к значимым новостям на этой неделе, которые мы ожидаем. Ну, во-первых, заглянем сразу на главную страницу Альпари. Там есть публикуются экономические показатели. Вот здесь вот он в аналитике. И посмотрим на этой неделе, на что привлекает наше особое внимание. Ну, во-первых, сейчас только что вышли показатели по Евросоюзу, по производству. Я не знаю, почему 2 звездочки. Я считаю, что это очень важно. Очень хорошие показатели. В принципе, можно посмотреть, как рынок отреагировал на этот показатель со стороны евро. Странно, никакой реакции особой нету. Ну, посмотрим, может быть, она будет более запоздалой. Так вот, по поводу того, что почему вдруг такое отношение к данной рабочей неделе. Ну, во-первых, если мы посмотрим внимательно на календарь экономический, мы увидим, что эта неделя будет жаркой. Ну, во-первых, вот только что вышли данные по Евросоюзу. Рынок практически не реагирует на новости, которые публикуются в данном моменте. Хотя в свое время, ну, скажем, промпроизводство считалось одним из самых главных показателей после ВВП. Кроме того, завтра будет опубликован протокол заседания Резервного банка Австралии 4.30. Очень интересно. Там интересно не как бы протокол не с точки зрения, почему не оставили ставку или не изменили, а голосование, то есть какое настроение у официальных лиц Банка Австралии к текущей ситуации и почему было принято то либо иное решение. Кроме того, Банк Японии, тут будет тоже пресс-конференция по поводу монетарной политики, но там никто не ждет, что ставку будет повышать. Разговор о том, здесь будет, на что нужно будет внимание обратить, это на комментарии со стороны Курода, то есть председатель правления этого банка, по поводу текущей ситуации в экономике Японии. С моей точки зрения, хоть они и говорят уже год о том, что у них вроде какие-то там есть улучшения в экономике Японии, но, честно говоря, в свете того, что один из главных локомотивов азиатского региона Китай пока что снижает свои темпы, поэтому говорить о том, что в Японии все замечательно, я бы не стал. Поэтому ничего хорошего, в принципе, здесь я не жду с точки зрения отчетности, но это уже удел, как говорится, более подробно у аналитиков, экономистов надо спрашивать. Кроме того, большое количество новостей из Великобритании. Самое главное, это, конечно, цены, потребительские цены. Ну, мы видим, что здесь ожидается рост цен по итогам отчетного периода. Просто эти показатели надо
всегда сравнивают с тем, что говорят официальные лица Великобритании. Весной этого года появились признаки того, что из заявлений, которые были сделаны официальными лицами, то фунт, британский фунт получил поддержку, почувствовал поддержку в плане того, что есть некий намек на повышение процентных ставок в Великобритании уже в начале следующего года. Поэтому эти показатели надо рассматривать именно с этой точки зрения. Далее. Ну, тут выходят также экономические показатели Евросоюза, США. То есть, вот, в принципе, здесь уже они опубликованы, сами можете посмотреть. И самое главное, конечно, это потребительские цены Евросоюза. То есть, есть некий намек, что эти цены могут вырасти. Если такого и будет, то, естественно, евро получит некоторую поддержку. Ну и главное, четверг, 19.00. Решение по процентной ставке ФРС и плюс еще пресс-конференция через полчаса. Кроме того, здесь еще будет одна такая, как говорится, ситуация для того, чтобы трейдерам нелегко жилось. Это экономический прогноз ФОМС. Будет опубликован отчет по текущей ситуации и, возможно, дальнейшем развитии американской экономики. Ну вот, собственно, те экономические показатели, на которые необходимо обратить ваше внимание. И, как вы видите, большое их количество предполагает крайне резкую волатильность в плане резких движений. И, соответственно, рынок будет реагировать исключительно только на фундаментальные данные. Говорить о том, что будет работать теханализ, честно говоря, уже не приходится. То есть сейчас на рынке будет превалировать некое такое паническое состояние. Соответственно, теханализ в этом плане, уж тем более интрадейная торговля, будет страдать достаточно большими ошибками. Поэтому я, в общем-то, вышел из этой ситуации с тем, что я объяснил свою позицию. То есть торговать в этой текущей ситуации крайне сложно. Не только потому, что не то, чтобы понятно или непонятно, куда пойдет цена. Проблема заключается в том, что во время выхода этих новостей и каких-то слухов возможных, беда в том, что не всегда корректно исполняются заявки клиентов. То есть будьте осторожны в плане того, что может быть расширение спредов, может быть проскальзывание цен. То есть это не потому, что, скажем, недостаток системы. Это проблема в том, что весь рынок сейчас сидит возле мониторов и создает вот эту резкую волатильность и резкие ожидания, которые, возможно, реализуются в четверг. Поэтому будьте осторожны и крайне внимательны. А вот уже сразу после выхода этих отчета ФРС в четверг, вот тогда это будет прекрасный момент для активной торговли. Причем, возможно, это даст возможность стать долгосрочно и, в принципе, достаточно на хороших объемах. Поехали, теханализ. Традиционно. Так, вопросы появились, я смотрю. Так, а что такое агрессивная торговля? Юрий, агрессивная торговля, в моем понимании, это торговля внутри дня. Причем торговля внутри дня несколько раз в течение торговой сессии. Для меня это агрессивная торговля. Вопрос, подскажите, при переводе в БУ потом, как вы двигаете стоп? Спасибо. Роман, хороший вопрос, но это уже вопрос моих занятий, которые я провожу в 3 часа дня, я попытаюсь там вам ответить на данный вопрос. Если успею сегодня в семинаре, в текущем семинаре, я, конечно, отвечу вам в семинаре. Теперь переходим непосредственно к графикам. Так, традиционно евро-доллар. Недельный график показал интересный момент. Текущий коррекционный откат наверх, он сохраняется, и здесь есть такой достаточно интересный момент. Цена при падении своем на позапрошлой неделе не достигла нижнего края канала, восходящего коррекционного канала. И закрытие свечки было на самом пике. В данном случае такую модель я предполагаю в плане того, что рынок будет сейчас ожидать движения цены, то есть будет ожидать выхода новостей. И любое событие, которое повлияет на выход из этой консолидации двухнедельной, будет встречено движением в обратную сторону. Ну то есть, если цена резко рванет наверх, то здесь возможно откаты потом вниз с попыткой достижения нижнего края канала. Либо если с текущих уровней цена на недельном графике подойдет к своим нижнему краю, вот предыдущей свечке, то возможно какие-то резкие отскоки наверх. То есть, этот момент консолидации. В то же время
Неприятная ситуация для укрепления доллара то, что все-таки цена не достигла нижнего края канала. Соответственно, возможный риск того, что рынок попытается достичь верхнего края канала. Но, как правило, действует здесь правило, какой закон? Если не дошли до низов, пойдем наверх. То есть данная ситуация, она как бы к этому предрасполагает. Но сейчас пока говорить об этом еще рано, надо посмотреть на неделю, на дневной график. Давайте посмотрим. Вот дневной график. Тенденция наверх сохраняется. По всей видимости, коррекционный отказ здесь завершился. Здесь была пробита моя опорная точка, которую я все время как говорю. Это конец волны Б или второй волны на уровне 13.34. До этого момента, до сегодняшнего дня, я утверждал, что пока цена находится ниже этого значимого уровня, есть очень высокий риск продолжения тенденции вниз. Но сейчас такая уверенность у меня прошла, и есть сигнал тому, что рынок все-таки попытается ускорить данный подъем, причем, возможно, даже с ускорением в район 1.25. Ну, первая цель они 17.18, повтор. Ну, а уже потом, если этот уровень будет закреплен, то и уже подход к уровню 1.25. То есть здесь сейчас появилась разметка на покупку с ограничением стопа ниже предыдущей впадины. Но я бы сразу сейчас, как говорится, в омут бы не бросался с головой по одной простой причине, что есть еще на недельном, на дневном графике разметки в сторону укрепления евро против, вернее, падения евро против американского доллара. Это уровень пробития, это пробитие уровня 11.28. То есть вот есть зигзагообразный коррекционный откат. И, соответственно, рынок может и также достаточно бодро пойти вниз с целью пробития нисходящего, то есть нижнего края восходящего канала. То есть в текущий момент есть разметки как и для роста, для покупок в текущем моменте, также готова разметка и для продаж, если цена с этих уровней свалится вниз. Но, честно говоря, я и так уже сейчас, у меня открыта позиция, как вы видите, достаточно она, как говорится, хорошая в плане того, что у меня есть возможности для маневра. Ну что ж, сейчас я добавляться к открытой позиции не буду в рамках того, что я говорил о сокращении открытых позиций. Поэтому можно попытаться малым объемом все-таки зайти с постановкой стопа, но, честно говоря, сейчас для меня это слишком большие риски. Это дневной график. Часовой график, уверенно, сохраняет потенциал для хода наверх. Был пробит важный уровень 1.13.34. Соответственно, в интрадейной торговле, то есть торговле внутри дня или ультракороткой торговле, собственно говоря, можно искать возможность для открытия позиции в покупку. Но беда данной ситуации в том, что рынок не дает разметку, пробитие которой бы давало возможность открыть позицию в покупку. Вот здесь также не было никаких сигналов, то есть здесь не было разметки для активной покупки, но тем не менее цена идет наверх. В данной ситуации я, соответственно, не торгую, поэтому что-либо здесь гадать или, скажем, предпринимать какие-то решительные действия я не буду. Единственное, вот у меня открытая позиция, сейчас цена все-таки пошла в мою сторону, и в текущем моменте, если цена с этих уровней опять пойдет наверх, я этот стоп перенесу как можно выше, то есть вот приблизительно вот в эту область, за предыдущую впадину. Но есть риск того, что в связи с тем, что рынок формирует расходящуюся формацию, соответственно, есть момент, что рынок может попытаться еще раз корректироваться вниз, уже где-то с этих низов подняться наверх. То есть моментов очень большое количество, масса всяких моментов, как из-за роста, так и из-за падения. Нету разметок, поэтому в текущем моменте евро остается вне моего поля зрения. На 5-минутных графиках также посмотрите, данная ситуация складывается из того понятия, что здесь формируется вот эта расходящаяся формация. Поэтому в этой ситуации что-либо делать я бы сейчас не стал бы. То есть вот расходящаяся формация. Кто-то видит обратный диагональный треугольник, но для меня это полный сигнал к тому, что я в текущем моменте по евро-доллару не торгую. Переходим к британскому фунту. Британский фунт продолжает свой рост против американского доллара, но это все идет в рамках отработки модели Вульфа, которая уже больше 2 месяцев, как вот он себя пытается реализовать, целью этого падения линия 1.4. Но вот закрытие прошлой недели оказалось поддержкой для британского фунта. Но что ж, и в связи с этим есть вероятность повторного тестирования предыдущих вершин.
в текущем моменте. Но в данном моменте все равно я воспринимаю это движение как коррекционный откат, в связи с тем, что рынок пробил предыдущую впадину в точке 4, и были до этого пробиты локальные впадины. И сейчас для меня важной вершиной является предыдущая вершина уровня 58.18. Соответственно, любой рост к этому уровню буду искать возможность для активных продаж британцев против американского доллара. То есть вот такие моменты. То есть надо ждать, когда цена остановится по восхождению и сформирует сигналы на продажу. На дневном графике здесь вот как раз это хорошо отражено. Значит, стратегия здесь достаточно простая. Были пробиты все важные уровни. Сейчас отмечается коррекционный рост британца и уже есть разметка. В принципе, я это, об этом уже как бы комментировал этот момент. Вот уже есть разметка для попытки продажи британца. Если с текущих уровней цена пойдет вниз, соответственно, после пробития уровня 53.35 буду искать возможность для продажи. Вот в рамках развития продолжающегося падения британца против американского доллара. Тем более, что это первая внятная коррекция, которую я воспринимаю как именно коррекционный откат, после которого я считаю, что процентов 90 должно возобновиться падение британца. Но вставать в данной ситуации в открытую позицию необходимо только после того, как будет пробита вот данная разметка, данная опорная точка. Это у нас британец, дневной график, часовой график. В текущем моменте идет консолидация в рамках коррекции к росту, но явно наверх тенденция импульс уже утрачен, то есть идет замедление роста британца на часовом графике. То есть вот линия поддержки все время она корректируется вот этими проколами. Соответственно, в ближайшее время необходимо ждать, что цена все-таки попытается продолжить свое падение. Вот, в рамках вот некий клин такой здесь сформировался. Но открывать позиции буду после того, когда рынок пробьет вот эту самую дневную опорную точку, находящуюся на уровне 53.38. Наверх позиции пока я не рассматриваю, потому что разметка здесь хотя и сформировалась для роста. Повторяю, здесь, да, вот здесь вот есть разметка для роста, но открывать позиции буду только в случае уверенного движения в одну либо в другую сторону. Сейчас идет консолидация, рынок стоит, сигнализирует для роста наверх, но с постановкой стопа ниже предыдущей. Но я сейчас в рынок не вхожу, поэтому не знаю, пожалуйста, у кого, если есть возможность, могут рискнуть. В принципе, неплохая разметка, можно попытаться открыть позицию в покупку. С постановкой стопа ниже предыдущей впадины, где-то здесь. Вот ниже этой впадины. Это британский фунт. Так, вопросы есть в чате? Так. Да, сегодня семинар будет. А, сегодня семинар будет, да, Макс. Так, Марат, привет, коллег СМП. По вашему мнению, повышение ставки, какая будет реакция? Можно ли будет входить сразу после выхода новостей или ждать следующего дня? Спасибо. Олег, я уже отвечал на этот вопрос. Ну, повторю еще раз. Я сам лично собираюсь зайти в рынок после публикации данных по ставкам, но только, скорее всего, это буду делать уже на следующий день. Там уже будет очень просто. Рынок выберет себе направление. Самое главное – это то, чтобы рынок выбрал себе направление. Не имеет значения, в какую сторону. Вниз цена пойдет, либо наверх. Но главное, чтобы движение имело вот такой характер. Резкий рост, либо резкое падение. Дождаться коррекционных откатов. То есть вот даже вот в этом росте был коррекционный откат. И желательно, чтобы коррекционный откат имел трехволновую структуру. И, в принципе, естественно, открывать позицию в сторону основной тенденции. До 14.07 дойдет евро-доллар. 14.07. Сложно мне сказать, сейчас еще раз гляну. Так, уже пошел откат вниз. Сложно сказать, но сигналы говорят о том, что рынок как бы пока пытается сформировать тенденцию наверх. Несмотря на вот этот коррекционный откат на часовом 5-минутном графике. Но рынок на дневном графике все-таки пытается продолжить. По моим здесь разметкам сигнал вроде как наверх. Но я повторяю еще раз, я сегодня и вообще на этой неделе до четверга активной торговли вести не буду в свете того, что теханализ сейчас работать, особенно в моей трактовке сейчас практически работать не будет. Поэтому
то, что есть, у меня осталось, я защитил своими ордерами, а дополнительно открывать позицию буду только после очень надежных сигналов. Так, евро-доллар, пятиминутка, образовался опорная точка, или я не прав? Сейчас гляну. Да, есть такая опорная точка, вот она, эта опорная точка есть. Коррекционный откат в виде трех волн, то есть импульсное движение наверх. Коррекционный откат в виде трехволновых структур. И, соответственно, где-то с самых низов при пробое данной опорной точки можно будет искать возможность купить евро против американского доллара. И, соответственно, стоп выставляем за предыдущую впадину. Но нам надо дождаться, когда вот это падение завершится и начнется рост в сторону повышающейся тенденции. И только после пробития данной опорной точки открываем позицию в покупку. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Хорошая разметка, в принципе. Но, повторяю, я сейчас пока нахожусь вне рынка. Так, дальше поехали. Российский рубль. Сегодня он открылся с гэпом наверх. Но идет консолидация. И в рамках недельной тенденции здесь ничего не поменялось в моей стратегии. Жду дальнейшего роста доллара против российского рубля в рамках либо удлиняющейся третьей волны, либо формирование пятой волны импульсной. Но в любом случае для этих двух моментов рынок, цена, цель для рынка — уровень 82 рубля. С другой стороны, если все-таки третья волна завершилась, то здесь может сформироваться коррекционный откат в виде зигзага, первая, вторая, третья, в рамках формирования четвертой волны. Но если эта волна сформируется, то это будет хороший момент для входа в рынок. Почему? Потому что здесь формируется та самая пресловутая опорная точка, пробитие которой, если цена с этих уровней пойдет наверх, можно открыть позицию долгосрочно для отработки пятой волны. Собственно говоря, добавить здесь нечему российскому рублю, там в принципе все понятно. Доллар-канадец. Доллар-канадец продолжает консолидироваться на недельном графике уже четвертую неделю подряд. На дневном графике тенденция, наверное, сохраняется, но не исключая резких провалов перед каким-то ростом дальнейшим наверх. То есть пока тенденция наверх, ищем возможность покупать, но будьте осторожны, потому что накапливается дивергенция, цена находится на пике исторических вершин. Есть соблазн, я считаю, что для некоторых крупных игроков есть соблазн, скажем так, вот совершить вот такое хулиганское действие в плане пробоя сначала движения вниз, а уже потом возобновление роста наверх. Либо, как правило, такого рода структуры, здесь кто-то может увидеть треугольник, то здесь может быть наоборот ситуация. То есть выход из треугольника наверх резким движением с целью дальнейшего обвала канадца против, в обратную сторону. То есть есть такая стратегия, называется катапульта. Выход из консолидации, первый выход, как правило, является ложным для того, чтобы потом воспользоваться лучшей позицией для разворота тенденции в обратную сторону. Но давайте торговать то, что видим. Дневной график недельный сохраняет свою тенденцию наверх. Вот консолидация в виде такого некого треугольника. Такой вот. Но ожидаем прорыва. В данном случае разметка есть для покупки. Это пробитие уровня 13.133.25. С другой стороны, пока тенденцию вниз я не рассматриваю в рамках того, что тенденция наверх сохраняется. Против тенденции я не торгую. Это у нас канадец. Далее смотрим. Доллар-швейцарский франк. К сожалению, доллар-швейцарский франк, у меня была открытая позиция долгосрочно, но и мне вынесло. На недельном графике образовалась падающая звезда, shooting star. Есть признак того, что по свечному анализу может случиться какой-то коррекционный откат вниз, либо может быть вообще разворот. Но я свечной анализ не рассматриваю. Почему? Потому что не очень корректно он работает в связи с отсутствием больше половины сигналов, которые есть на фондовом рынке. Но, тем не менее, есть моменты для неоднозначного роста наверх. То, собственно говоря, неделя закрылась с неким таким сигналом на разворот. Давайте посмотрим на дневном графике. Если внимательно присмотреться к трем последним дням, предпоследним дням, вот, что, в чем здесь проблема? Проблема в том, что, во-первых, сигнал на открытие позиции наверх есть, но для открытия позиции наверх слишком уж большой стоп-лосс. Поэтому в данном случае я в рынок не вхожу, тем более, что меня вынесло по безубытку, вернее, с небольшой прибылью сработал стоп-лосс. Соответственно, сейчас буду ждать окончания вот этого коррекционного отката вниз. Если цена не пробьет вот эту разметку на уровне 95.69, прибитие которого можно открывать позицию в продажу, то
после внятного разворота, при непробитии предыдущей вот этой впадины, буду возобновлять свои покупки доллара против швейцарского франка. Текущая сейчас ситуация, коррекционный откат, и если вы посмотрите на характер свечек, то здесь есть такие некие ловушки. Почему? Потому что пробиваются предыдущие впадины, тут же пробиваются предыдущие вершины, откаты. Ну, собственно говоря, на часовом графике это хорошо видно. То есть вот здесь вот те разметки, которые я давал, они здесь не работают. Да, сигналы были, вот, например, здесь. Но, как мы видим, сработал бы стоп-лосс в текущем моменте при пробое предыдущей впадины. То есть если бы открывали позицию наверх, то стоп-лосс бы однозначно здесь сработал. С другой стороны, сработал бы сигнал на продажу, но, как мы видим, консолидация здесь слишком уж долго продолжилась, и неоднозначно сигнал для продолжения падения доллара против швейцарского франка. Сейчас нахожусь вне рынка, буду ждать более такой понятный рост, но для этого необходимо, чтобы сформировались определенные разметки. Пока их здесь нету. Далее, золото. Золото продолжает свое падение. Неделя закрылась достаточно уверенным движением вниз. На дневном графике здесь идет тенденция, сохраняется как на пробой, тем более, что опорная точка была пробита. Но меня здесь смущает один фактор. Я все время говорил, что да, тенденция вниз сохраняется, но эта тенденция, наверное, последняя перед вот этим уверенным ростом золота. Здесь момент такой есть не очень хороший для медведей, связан с тем, что рынок прилип к верхней краю канала, хотя тенденция сохраняется вниз. Данная структура, она характерна тем, что возможно здесь где-то готовится некий разворот, то есть пробой верхнего края канала для дальнейшего разворота наверх. Поэтому будьте осторожны, хотя тенденция сохраняется, стоп-лосс, пожалуйста, выставляйте за предыдущие вершины и их ни в коем случае не игнорируйте. Это золото. На часовом графике здесь была разметка на прошлой неделе, хорошо себя реализовала, пробитие, которое давало прибыль. Такую же ситуацию держим под контролем сейчас. Цена корректируется наверх и пока не пробит уровень 11.15, собственно говоря, можно где-то с этих уровней, если цена пойдет вниз, искать возможность для активной продажи золота при пробое вот этих вот опорных точек вниз. То есть золото, в принципе, здесь можно продавать, но, пожалуйста, будьте внимательны по поводу того, что цена здесь вот не сильно отходит от этого нисходящего верхнего края канала. Но тенденция вниз, торгуем тенденцию, сигналов наверх пока не рассматриваю. Это золото. Далее, австралиец. Австралиец вторую неделю продолжает свой коррекционный хороший откат. Но пока что верх движения ограничено, на дневном графике это хорошо видно, тенденция вниз сохраняется. Соответственно, ищем возможность окончания движения наверх с целью продолжения продаж австралийца, если цена не выйдет за рамки вот этого нисходящего канала. То есть, если с текущих уровней цена пойдет вниз и пробьет, вот есть опорная точка, в принципе, можно искать возможность для активной продажи австралийца. Вот где-то вот после этих уровней. Постановка стопа выше предыдущей. Повторяю, если в том случае, если цена не выйдет за рамки этого нисходящего канала, то есть с текущих уровней, если цена пойдет вниз на пробитие, вот тогда мы открываем позицию в продажу. Такая же стратегия очень хорошо была здесь отработана, здесь она была отработана. Да и вообще на всей истории вот этого даунтренда данная стратегия очень хорошо себя реализовала. Поэтому, в принципе, неплохо получается. Часовой график на прошлой неделе давал разметку, в принципе, она себя реализовала. Тенденция наверх, коррекционный откат сохраняется, но движение наверх не слишком уверенное. Все-таки мне больше нравится искать возможность для продажи австралийца. Вот, собственно, разметка есть, ждем его пробития для продажи австралийца против американского доллара, если цена с текущих уровней пойдет вниз. И последнее, японская иена. Японская иена на недельном графике продолжает свою консолидацию. Я свое мнение несколько раз уже высказывал по поводу текущей ситуации на недельном графике. Жду роста доллара против японской иены с целью дальнейшего разворота вниз. В текущей ситуации хоть и сформировался некий сигнал на разворот вниз, но я его не рассматриваю как разворот. Почему? Потому что
данный сигнал сформировался явно выраженной тенденцией наверх. И цена не дошла до линии нижнего края поддержки. Поэтому это такое как бы ложное пробитие. Возможно, тенденция наверх продолжится. Поэтому сейчас я нахожусь вне рынка по японской иене. И цена консолидируется уже вторую неделю. Что-либо здесь делать я бы не стал. Но единственное, вот был импульс вниз, коррекционный откат, если он приобретет такой, именно такую форму, которую я здесь изобразил, то после пробития вот данной опорной точки, после роста и падения, буду искать возможность для продажи доллара за японскую иену. То есть, вот, а это Dow Jones, извините, это Dow Jones. Dow Jones, вот, японская иена, да, вот. Дневной график, вот он, дневной график. То есть, если часовой график, если в текущем моменте рынок сделает коррекционный откат наверх в виде зигзага, извините, и потом возобновит падение, то открывать позицию буду только здесь. Тогда уже более внятный сигнал на разворот. Почему? Данная разметка, если рынок начнет отрабатывать данную разметку, то это может закончиться выходом из этого повышающегося канала, пробитием нижнего края канала. Вот тогда, в принципе, есть хороший шанс для разворота доллара против японской иены. Ну вот, собственно, все. А, новозеландец, извините, новозеландский доллар. Новозеландский доллар продолжает свое нисходящее движение в рамках ускоряющегося падения. Нормальный коррекционный откат сформировать не может, поэтому стратегия очень простая. На дневном графике ищем возможность для продаж австралийца, но, к сожалению, на дневном графике здесь нету этих разметок, которые есть, скажем, на часовых. Поэтому на часовых графиках ждем коррекционный откат. Вот, собственно, здесь он уже есть. Первая, вторая, может быть, еще один накат наверх будет. И после него возобновление падения вниз, открываем позицию при пробое данной опорной точки. Первый момент. Второй момент. Если с текущих уровней цена тоже решит свалиться вниз, то здесь уже разметки есть. То есть пробитие предыдущих впадин — это и есть сигнал для продолжения тенденции вниз. Естественно, с постановкой стопа выше предыдущей вершины. Ну вот, собственно, все. Пока что, тем более, что с экономической ситуации в Новой Зеландии недавно была срезана процентная ставка. Поэтому говорить о том, что для новозеландца есть хорошие времена для роста, пока что рано говорить. Тем более, что, например, у меня есть открытая позиция, я рекомендовал ею воспользоваться. Это австралиец-новозеландец. Очень интересная ситуация. Сейчас я вам продемонстрирую. Рынок пошел в свое развитие, то есть на недельном графике здесь был сформирован сигнал на хороший рост, и он, собственно говоря, сейчас реализовывается. Правда, у верхнего края канала мне удалось удачно зайти в рынок, хотя мне несколько раз вынесло по стоп-лоссу с убытком, но тем не менее вот разметка, дневной график, то есть вот здесь я стою в покупке, и по всей видимости рынок готовится данную разметку, скажем так, момент реализовать как рост для дальнейшего роста австралийца против новозеландского доллара. То есть да, ну для этого необходимо уверенное пробитие вот этих вершин, перед которыми сейчас она находится. То есть в текущем моменте это вот эти вот вершины, ну а окончательно, конечно, это вот этот вот пробой уровня 1.30. Уверенное пробитие этого уровня, я считаю, это хороший сигнал тому, что, в принципе, рынок готов развернуть австралийца против новозеландцев. Достаточно уверенный рост. И причем позиция долгосрочная. Вот посмотрите, потенциал у нее хороший. Попробую реализовать его, как говорится, в реальной торговле. Ну, собственно, на этом завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был со мной, задавали вопросы. Старайтесь избегать больших объемов, торговать исключительно внутри дня, но только с короткими стопами. Сейчас любая новость, любое событие, любой, как говорится, слух может двинуть рынок в одну, как-то, так и в другую сторону, причем с достаточно хорошим потенциалом. Но повторяю, что этот резкий ход чреват резкими откатами, потому что сейчас огромное количество крупных инвесторов сейчас находится в ожидании. И, соответственно, рынок ждет выбора направления. Поэтому выход из консолидации в текущем моменте будет неоднозначным. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Встречаемся с вами завтра в 12 часов. А, стоп, извините, пожалуйста. Завтра, по всей видимости, будет возможно случиться так, что завтра семинар в 12 часов не будет. Но я дополнительно выложу информацию ВКонтакте. Следите за новостями. С вами был Газизов Марат, Альпарис, Санкт-Петербург. Всего хорошего, до свидания.